Да, вот он. Ну, шагу. Вот сейчас она даст. Давай. Свети. Светю. Это все уже достаточно копал. Чё, ещё воды нету. Так, вот теперь... Вон туда подлезет лобзик и засунуть его, и отпилите. Ну дай-ка. Лежим. Сначала лобзик без ничего. Там рукой просто попробуй туда. Здесь нет, здесь туда. Оператор вот работать, главное дело не мешает. Не, в эту сторону. Здесь бревно, дуб хороший. Тогда вот сюда на нас. Вот сюда, вот, да. Чтобы лобзик подлез и отпилить его. Вот. Сейчас заодно и дом сделаем чуть-чуть. Да. Ох, не расходитесь, хуй с нами. Так, я чтобы лобик шип пройдет, да? Да. А как это сейчас пилить? Так вам сейчас лом еще примешивать. Не надо. Не, нормально. Топорица? В смысле? Ну, чтобы это не держать кнопку. Есть. Да, но она с той стороны. Я не вижу лопину где. А? А рукой? Там, кстати. Да, вот. Это можно гораздо выше поднять всю эту хуйню. Да, надо еще включить лобик, блядь. Вот так вот держать, вот хорошо, но, блядь, на кнопку не нажми. Нажми на кнопку, засунь его так туда. Все, помогай или мешай? Не пойму. А что не работает-то? А он грозит. Что, подожди, я скажу, сейчас нажму. Слушай, ты там это, на себя намотал провод где-то. А, еще раз мотай. Новый, только недавно вставляю. Итак, включай, держи. Еще надо. Не хватает до розетки. Ну, блин, переноска есть? Переноску. Это вот сюда, да? Блять, ножик давай сейчас это краешек подрежу. Резинку не срезал, нихуя. А утеплить стекловату надо вам. Туда? Да. Ну вот я вам сказал, покупайте. Да она частями-то не продается. Нет. Бухтами. Ну бухтами, она что, большая она бухта? Да. Ну и что же? Куда вы потом ее денете? Может, у кого-нибудь есть? Она у меня там здесь. Да. И вот такой вот толщины. Ну вы какие-то вот интересные. Сколько вы это все намотали бы и взять бы ее себе. А она зачем? Вам... Ну нет, нам она может сказать. Я за сколько лет вот вернулся к этому, блядь, и то Виталька вытащил. А, вот видишь? Так, старые уже стали мы, все. Старые. Это раньше, по-моему. А мы еще вообще старее. Вот. По молодости. А что же, ее маленькими не продаются, да? Нет. Она полтора метра. Ага, сошла. Сошла? Ага. Остается закрутить. Я вон, пробую свою обладать. А ее от руки достаточно поднимать, да? Она как-то серебрянка. Убери. Она не серебрянка, нет, стекловатая. Нету, это стекловатая. Нету. Блестяшку-то можно купить, но блестяшка здесь толк. Есть, будет толк, но небольшой. Здесь вот такая толк. Дэд! Блестяшка. Хватит стекловатую. Блестяшка, помню, кусок и дома, если могу дать. Если я никуда не делаю. А нет, я ее искал, он трубу ворочал. Колено. Все? Я вытащил, опять не идет. Второй раз не хочет.
Ну, все, зашло. Ушам. Хватит меня избивать. Я структуру нервная. Да ладно. А этот маленький газовый ключ, то, наверное, не зажмет где-то. Он не зажмет. Я про что и говорил, цепной нас. Сейчас бы цепной, трык, трык. Да цепной, у Андрюхи меньше. Не, не, вот теперь закрутить надо. А вы что, утеплитель вам сейчас нужен, да? Дома оставим так, сами утеплите. Энергофлекс. Сходите пока в магазин, спросите, у них энергофлекс 110 есть? Энергофлекс 110. Энергофлекс. Запиши на бумажку. Я, блин, не назову. Вообще-то... Напиши мне. Утеплитель на 110 трубу, он вот такой. На 110, два... да? Да, 2 метра. Если есть, можно этим им утеплить. Да? Именно 110. Так, еще вот скажи. 110? Да, утеплитель на 110 трубу. Я затянул сколько смог. Ну, кряхтел-то нормально. Да. Тут потому как кряхтел, тянул.